Разберем еще парочку видеорегистраторов. Наверное, отдельным видео они пойдут. Вот так вот он выглядит. Видеорегистратор для камер. Так, наверное, для какой-то серьезной организации. Вот так он выглядит. Тут практически системник внутри. Вот с обычным входом. Сейчас мы его разберем. Меня попросили жесткий диск с него снять в очередной раз. И будет еще второй попозже. Видим два болта. Один здесь и один здесь. Сейчас вот мы их оба выкрутим. Тут еще ручки есть, но не знаю, я их снимать не буду. Если без них крышка не снимется, тогда будем их откручивать. Я думаю, что мы обойдемся. Ё-моё, я вас обманул. Еще один болт тут есть. Я его не видел, он слился с местностью. Так, оп. Ну и что, я тут жесткий диск вообще не вижу. То есть он без накопителя получается. Нет, вот жесткий диск. Саташный. Походу, что это у нас? На 128 мегабайт. Нет, это просто небольшая память. Это не гигабайты. Это для временного хранилища. Что-то типа буфера, наверное. Вот. А так жесткого диска здесь нет, к сожалению. И поставить, я думаю, тоже не будет возможности. Хотя саташный разъем есть. И питание есть. Так вот разбирается видеорегистратор или комплекс, как он правильно там называется, базовый комплект PVM Gelius модель Profice. Так вот он, в общем, разбирается. Не знаю, может пригодится кому-то видео, может нет. Скорее всего, оно бесполезное. Ладно, сейчас еще второй засниму. Не знаю, в это видео положу или в отдельное. Посмотрите, как следующий разбирается. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.